Это через каждые 5 метров останавливаться написать надо. Да? Привет. Да, я сниму на память вас всех пацанов. Давай. Ребят. Ты на видео все снимаешь? Да. Да видео. Вот сегодня сейчас. Говорит, я вас сниму вот на память. Вот сиди в праге. Нет, самое интересное, говорит, я вас сниму на память всех пацанов. Может быть, встретим, сохранить, может быть, нет. Но на память я хочу сохранить, чтобы все были. Жизнь бывает всякая. Никто ничего не говоря, берет эти поездки, хоп, в автобусе. Опять бесит. Мы когда вместе встречаемся, я говорю, на практику ездили, потом с компанией. Я на следующий год поеду, короче. Я был в Скандинавии. Интересно. А, ты зимой был. Да, я в феврале. Короче, уехал. Оно все хорошо, но когда все хорошо, все хорошо. Мы нигде не были. По машинам ручку. Испания. А вот сама же Катя сказала, в Испанию мы собираемся ехать вот сейчас. Но я вдвоем с сыном. Реал Мадрид, я Реал, тоже да, хочу. Да, да, я говорю. Ну давай, я говорю, скинемся это где-то, я тебя оставлю там на своих, допустим, в одноклассниках страницу. И так это, я там напишу, допустим, в какой мы собираемся тур. Если ты сможешь подгадать, мы как-нибудь вместе пересечемся. А мы с вами в Лас-Вегасе, да, да, да? Вы в Лас-Вегас хотите? В Лас-Вегас. Ну, созвонимся, я в Лас-Вегасе. Я просто знаю, что, почему в Лас-Вегас, еще боюсь ехать. Я боюсь, это на виду, а туда меня пинками хер выгонят. Или, может быть, не захочу обратно уезжать. Ну, хер выгонят, я говорю. А тебе и не выгонят. Там дорогая. Не, вот там вот...